Насмотрелись бандитских сериалов, людей калечили. Каких сериалов? Я вообще не смотрел сериалов. Да? А кто 5 лет сидел дома, пока не досмотрел последнюю серию «Санта-Барбары»? Мэйсон. Что? Представляешь, Сиси умер. Как? Этого не может быть. Я был только что у него в палате. Да, но это так. Это невозможно. Это так. Ну что? У меня была депрессия. Сериал помогал мне расслабиться. Сериалы к реальной жизни не имеют никакого отношения. Почему? Короче, не парься, я тебе говорю. Пошли, все будет офигенно. Давай, давай. А? Ну и что ты меня сюда привел? Ты достал, этому не нравится, то. Посмотри, сколько телок. Хороший, красивый, ай, класс. Я здесь все лето торчу и ни разу не обломался, я тебе говорю. Да тут кошмар. Че ты, че тебе не нравится? Посмотри, какие богини, ну, какие личики, какие попки. Бери, не хочу, да посмотри. Бомба! Привет! Ой, класс! Супер! Чё супер-то? Ты хоть одну покажи, одну! Да вон, Олеся, чё ты? Ангелина! Динара! Посмотри! Ирен вообще кому хочешь даст! Ты да пошли, всё нормально будет! Смотри, ну, одна лучше другой! Ага. Да я бы нырнул в пилотку каждой! Ну-ну! Да чё ты? Ты что, дебил? Да возле бара вообще самые сливки. Да я уж видел. Вот эти вот. Ну или эти. Слышь, а вот это кто? Кто это? А, это Настя. У нее, кстати, очень богатый папа. Симпатичная. Но не советую. Почему? Да ну. Она какая-то стрёмная. Вот то, что справа, моя. Смотри, учись. Привет. Привет. Я полкило. Я вижу. Поехали ко мне в бунгало. У меня там в спальне на 2-м этаже новая картина Ван Гога и отличный вид на закат. Гандон есть? Пошли, что встал? Вадик. Настя! Очень приятно. Может быть, что-нибудь выпьем? Выпьем! Можно! Только что-нибудь очень легенькое! 2 абсента, пожалуйста. Что слушаешь? А! Тима Милан! Ой, извини. Тима Милан, он мне очень нравится. Какой альбом? «Мармеладная любовь». Я обожаю таких парней, как он. Я тоже. Спасибо. Это вам на чай. И научат тебя играть в русский хоккей. Может быть, сыграем в русский футбол? Давай. А что такое русский футбол? Это... Thank you.
говорят, самые красивые девушки в мире. Настя, это я. А? Из вчера. А, Толь, заходи. Настя, я Вадик. Я Вадик. Представляешь, я только что вспомнила, что мы вчера с тобой договорились позавтракать. Все твои? Что? Да. Я раньше собирала. Я тоже. Правда, как мило. Ты побудь здесь, а я пока наведу марафет. Можешь посмотреть мой альбом или телек. Дай мне 10 минут. Ага. Павлюченко входит в штрафную площадь, удар по воротам, мяч уходит за линию ворот. И да, компания Paramount Pictures представляет. У тебя все хорошо? Все хорошо.